Это у нас судейская бригада интернациональная из многих стран. Вот. И что приятно, все судьи очень опытные. То есть судили и Олимпиаду, и чемпионаты мира, и Кубок мира, межзональные всевозможные турниры. В общем-то, и стаж работы очень большой. Как бы на сегодня я считаю, что это, наверное, самая мощная судейская бригада. То есть оргкомитет в данном случае постарался и надеюсь, что игрокам будет комфортно. У нас международные арбитры. Узбекистан Турдиалиев, Азербайджан Фаик Гасанов, Украина Антонова Римма, из Австралии арбитр Сорокина Анастасия, Россия, арбитры из Казахстана здесь присутствуют, из Армении тоже известный арбитр Аршот Вардапетян. В общем-то, бригада достаточно опытная. Главный судья, безусловно, является мэтром. Вот, он из Польши, тоже международный арбитр. Ну и за его плечами десятки крупнейших международных соревнований.